18 многоэтажных домов возвели в Абакане в прошлом году. С учетом сложной экономической обстановки цифры рекордные, отмечают в городской администрации. 18 многоэтажек – это чуть более 200 тысяч квадратных метров жилплощади или 2500 квартир. Для сравнения, годом ранее столица сдала 1500 квартир. Что касается индивидуальной жилой застройки, то и эти показатели, вероятно, тоже превысят предыдущие. Данные еще формируются. Известно, что в 2021 году частный сектор Абакана прирос на 25 тысяч квадратных метров.